В администрации района состоялась третья сессия Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльский район. В работе сессии приняли участие глава района Заур Хамирзов, представитель прокуратуры, заместители главы администрации, главы сельских поселений, заведующие отделами и управлениями администрации района. Всего депутатами было рассмотрено 6 вопросов. По первому вопросу об избрании заместителя председателя СНД депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру Мухарбия Курашинова. С ответным словом выступил вновь избранный заместитель председателя СНД. Прошли выборы главы района, главы сельских поселений и депутатов. Ну, сформировалась команда такая хорошая. И хотелось бы, чтобы эта команда работала, стала такой сплоченной, сильной. И работал как единый, хорошо налаженный механизм. Думаю, для этого всем нам надо приложить усилия, отнестись просто добросовестно к своим обязанностям и выполнять свою работу профессионально, грамотно и хорошо. Тогда я думаю, что у нас все получится. И мы можем сделать очень много добрых, хороших дел. В завершении еще раз спасибо. Хочу пожелать вам крепкого здоровья и успеха во всем. Спасибо. Также в соответствии с уставом района и регламентом работы депутатов муниципального образования Кашхабльский район был избран новый состав постоянных комиссий СНД. На сессии были рассмотрены следующие вопросы. О регистрации депутатской фракции членов и сторонников Всероссийской политической партии «Единая Россия», о регистрации депутатской фракции членов политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Кашхабльский район и вопрос об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений Кашхабльского района. В конце сессии к депутатам обратился глава района Заур Хамирзов, призвавших их к более активному участию в социально-политической и общественной жизни района.